Шестой этап гонок на выживание открыл летний сезон заездов экстремальных соревнований в деревне Горки. Наконец-то закончилось межсезонье. Мы уже соскучились, очень соскучились после зимних гонок, соскучились по летним гонкам. Сегодня мы надеемся, что вы нам покажете просто потрясающие, потрясающие пируэты, весь свой класс, который вы умеете показывать. В заездах приняли участие 13 машин. По словам организаторов, для летних серий это хороший результат, так как период считается более дорогостоящим и непростым в подготовке. Регламент у нас уже утвержденный. 6 кругов, 1 заезд, 3 отборочных заезда. Вот сегодня 6 попадают напрямую из 3 заездов. И потом утешительный заезд, оттуда еще 2 набираем. Потом финал на выбывание. Это апогей мероприятия. 2 круга, последний выбывает. 2 круга, последний выбывает. И там вот как раз шоу в каждом повороте, как мы и говорим. Анатолий Кириллов в автоспорте с 1996 года. Принимал участие во многих соревнованиях, в частности и в первых гонках на выживание, которые проходили в Крылатском. На этой трассе мы как вот машину строим, но постоянно то мотор начинает неправильно работать, так скажем. Идеально здесь проехал только вот 2 этапа зимой. Сейчас уже подсохла трасса более-менее, по крайней мере, не в грязи. Это уже неплохо. Сняли верхний слой, уже есть зацеп. Поэтому, в принципе, неплохо все пока. А там видно будет. Александр Протопопов впервые участвует в гонках. Раньше выступал в другой спортивной дисциплине. За соревнованиями в горках наблюдал в роли зрителя. Теперь решил попробовать себя. В очень короткие сроки подготовили машину. По сути, вот 37 секунд назад я вообще первый раз на этой машине двигался, кроме как по гаражу. Будем пробовать и биться до конца. Едем на всю железку и никак по-другому. Настоящий спортивный праздник собрал огромное количество поклонников этого зрелищного автошоу. Многие приходили с семьями. Екатерина и Денис Новичковы приехали на гонки с 3-летним сыном Вовой. Сын у нас любитель всяких гонок по грязи и прочего. И вот мы начали искать в интернете, куда можно пойти. Я больше люблю гонки, которые кольцевые, типа Формула-1 смотрю. И он как раз начал со мной смотреть, но больше увлекся. Там трофи вот мы ездили недавно, пробовали сами. И вот решили еще это показать. А там уж посмотрим, что ему больше понравится. По итогам соревнований 3-е место занял Александр Идрисов, 2-е – Константин Колобков, а победу одержал Андрей Березкин. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.